Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня первый выпуск рубрики «С песни по жизни», которая будет знакомить вас с песнями и исполнителями разных музыкальных направлений. Представляю вашему вниманию песню Дианы Арбениной «Неторопливая любовь». По словам Дианы, эта песня – предчувствие, у которой длинная судьба. А для меня эта песня является отображением одного из этапов моей жизни. Диана Арбенина – российский музыкант, поэтесса, певица, лидер группы «Ночные снайперы», художник и писательница. Так любит тигры своих жен, и шелк разрезанный ножом, и громкий возглас, Боже мой, горел огонь, шли корабли на обнаженные тела, стекала потока любви, и в рамах стыли зеркала. Черный